Здравствуйте, я Ева Руза, и я снова сижу на солнце. Оно греет мне макушку, плечи, ну и все остальное. Завтра, 7 числа, большой праздник Благовещения. И относится он к Деве Марии, потому что именно в этот день Дева Мария получила весть о том, что она будет носить под сердцем ребенка Бога, нашего с вами Спасителя. Кроме этого, что нельзя 7 числа, по нашим поговоркам, в Благовещение птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет. Так что имейте это в виду, мальчики и девочки. Я говорю всем.